друзья, всем привет, приветствую на канале Старых и Новеньких. Как видите, я в рабочем. Да, сегодня мы будем продолжать чистить крышу. Как вы помните, в последнем видео я вот эту сторону почистил. Не, результат, конечно, классный, ничего не скажешь. Думки были красить крышу. Ну, мы еще не решились, короче. Сегодня мы будем другую сторону чистить с помощью, да, моего аппарата. Ребят, еще раз могу сказать, офигенная штука. У кого дом, обязательно купите себе вот такой аппарат, ведь он вам понадобится. Почистить стены, также почистить пол. Если даже будет расти тут трава, вылазить, и можно и убирать ее. Короче, офигенная штука. Ладно, долго болтать не будем. Сейчас мы увидимся с вами на крыше. На часа три я тут застряну. Но ничего страшного, зато потом будет крыша выглядеть вот так. Так что вот такие вот дела, ребят. А, и потом, если я сегодня закончу и успею, тогда будет грязного чуть-чуть. Тогда хочу импрегнировать еще эту крышу, вот эту сторону начинать. Смотрим, как у нас это получится. Для этого я купил пистолет и компрессор специальный. Так что, то есть не специальный, а компрессор просто. 10 бар максимальный. Ладно, все, поехали дальше. Так, ребят, ну что, больше половины уже сделал. Думаю, результат уже видно. Так, сейчас закончился у меня вот этот опять. Это штучка. Штучка, это средство. Сейчас буду заполнять опять этот бачок. И будем продолжать, я думаю, еще часик, и я буду готов. О, спина болит уже. Но еще надо импрегнировать. Это, конечно, тоже еще займет время. Еще никогда таким не занимался. Поэтому надо сперва посмотреть, как это вообще делается с этим пистолетом там. Но это вам еще все покажу. Ой, блин. Говорят, импрегнировать надо для чего? Импрегнировать. Ну, чтобы вода опять стекала лучше, плюс, чтобы вот эта зеленая хрень, вот этот мох, чтобы не так быстро садился. Но импрегнировать, говорят, надо потом, ну, каждые 2 года, наверное, потому что он со временем, дождь идет, он будет, как его, ну, сливаться. Поэтому надо будет это повторять всегда каждые 2 года, наверное, я думаю. Вот такие вот дела, ребят. Так что... Я устал. Läuft noch, aber hier. Камеру-то вытери, она стопудов грязная. Чем вытереть? Я сейчас тебя буду. Вот так, рукой. Я тебя сейчас бить буду за это. Ребят, что хотел сказать. Кроме себя надо подстраховывать его. Надо еще и камеру подстраховывать. Ну, сами знаете. Ой, камера, кстати, Sony X3000, по-моему, называется. Рекомендую, видите? Экшен камера. Что там ты снимаешь? Покажи людям внизу, что там творится. О май гад! Что там? Guck dir das an. Что это? Sieht aus wie nach dem Krieg. Ну а что делать? Ой, боже мой! Какая грязь! А стекла, окна что?
Нет, ничего. Здесь это катастрофа. Окна ничего не будет. Ладно, короче, ребят, я буду делать дальше. Я надеюсь, камера не сломалась и все засняла. Так, ладно, я пойду дальше заниматься своими делами. Всем давайте. Не, я еще по-любому потом включусь. Давай, Настя, включайся. Так, ребят, ну все. Сегодняшний рабочий день закончен. Крышу я полностью всю почистил. Я думаю, что единственное, мне надо еще будет. Это надо будет вот это. Хотя мне сказал друг, если внутри у тебя, вон они, видите, еще забито все. Он говорит, это оптика, это для красоты, говорит, было. Говорит, ничего страшного, если их нету. Но все равно можно замазать еще. Вот, ну а так все. Импрегнировать я сегодня не буду уже. Все, уже спина болит как бы. Дело, может, в следующий раз надо это сделать. Вот, такие вот дела, ребят. На сегодня пока хватит. Заодно помою этим своим пол. Все красно было же здесь. Сейчас опять все чистенько, более-менее. Машину также помыл. Ну а сейчас что? А сейчас, ребят, шашлычки. Так что, такие вот дела. Может, еще и включусь на пару минут. Покажу вам пару шашлычков моих. Так, ребят, я буду сейчас делать грильницу. Еще, короче, руки не дотянулись купить себе нормальный, офигенный мужской гриль. Но пока придется вот сейчас на этом быстро приготовим. Все. Так, ладно, давайте. Сейчас соберу это все дело. Ну, ребят, быстро. Кстати, вот эти шампура мне подарил один подписчик. Спасибо большое ему. Ссылочку оставлю на его инстаграм в описании. Но я еще по-любому буду еще приготавливать не раз с ними. И там еще большие он мне прислал. Для этого какого? Кебаб или как он называется? Люля-кебаб. Люля-кебаб. Найн, Зусиланг он мне прислал еще. Ну, шанс надо приклеивать. Да, фарш. Левая. Фарш. Шарф. Вот. Так. Да, ребят. О, мяско, мяско. Сейчас еще пару стейков. Можно покушать. Надо гриль себе новую покупать. Сегодня быстро прикупили, чтобы приготовить было. Поэтому, ребят, сегодняшний день у нас заканчивается шашлычками. Ты что, понимаешь, что ли? Жарится, парится. Ты же видишь, что думаешь? Запах просто не передается. Офигеть, запашок такой пошел. Что у нас еще есть? Сосиски. Фукатся. И здесь еще мясо. А нет, там пусто. Не, я думаю, нам пока это хватит. Еще эти сосиски. Я не знаю, удалю рисунок стейк. Я как всегда. А кто это порезал? А, не, они это. Как сделать? Ты перевернул уже второй раз? Нет. Да не, пусть еще полежат чуть. Все, ребят, на этом мы заканчиваем. Крышу мы почистили. И это гараж будет завтра краситься, двери будут краситься. Ну и будем приступать вот сюда. Здесь будет все еще делаться. Это, конечно, много времени займет. Здесь плюс забор весь надо делать. Будем делать забор. Короче, дел еще. Так что ладно, оставайтесь с нами, ребят. Вы заметили, как я сгорел? Я сгорел. Так что ладно, все, давайте, будем включаться. Всем хорошего дня, вечера, утра. Подписывайтесь на канал, пишите комментарии. Всем доброе утро.
Друзья, так, что сегодня мы будем делать? Сегодня будем чистить, где вода стекает, дождевая, как дахрыны по-русски, не знаю. Где она стекает, ее надо чистить, ведь вчера она все забилась. Еще раз могу показать, смотрите, что вот так, по идее, это все тут здесь выглядело. Но, как вы видите, вот что было сверху. Просто вон на что творится. Здесь надо все убирать, все чистить. Ну, зато крыша чистая. Сейчас мы почистим еще, потому что убирать сейчас не стоит, тут ничего. Все равно будем пахать, все перепахивать. Не знаю, можно вообще вот такое закапывать или лучше это убрать? Напишите в комментариях, это мох. Что-то будет, если его закопаешь, там ничего расти не будет. Ведь мы еще не разбираемся. Все, полезли на крышу. Вот, ребят, я, короче, привязался. И вот, если мне надо чуть расслабиться, вот так вот нажимаем ее и даем себе. Хоп, остановились, и никуда вы не упадете. Видите? Ну, если вот так вот примерно. Смотрите, чем я вообще сейчас буду чистить. Вот этой бутылкой я ее отрезал, я уже с ней чистил, очень удобно. Прям туда залазит. Вот, и начнем отсюда туда выкидывать все. И все. В принципе, вот это сегодня будет работа наша. Грязи немерено. Я думаю, что в этом году, не знаю, ну, я хочу ее полностью, наверное, менять. Вот эту штуковину. Потому что на той стороне она кривовато как будто стоит, и вода там толком не сливается. Вот. Ладно, все, за работу. Поехали. У нас воскресенье, поэтому сегодня тихая работа, бесшумная. Все, ребят, поехали. Погода просто суперски. Главное опять не сгореть. Вчера сгорел. Все, поехали. Так, ну что, ребят, чуть-чуть почистил. То есть не чуть, я достаточно нормально промыл ее. Залил водой еще раз. Пусть потихоньку сейчас стекает. Ну сколько грязи, офигеть. Короче, эту крышу, по-моему, 30 лет вот дому. Сколько сейчас? Так, подожди, 83-й. Это 27, 37 лет. 37 лет. И, по-моему, здесь никто ничего не делал. Поэтому я сейчас почистил все. Он потихоньку стекает. Вот так оно должно выглядеть. Так, ладно. Аж вообще ничего не охота делать, просто охота вот так, ребят. Чтобы он бы не шумел там, сосед. Поваляться. Вчера так сгорел. Ладно, друзья. Короче, включимся в следующий раз, не знаю когда. Через недельку-две, наверное. Видео будет длиться также на протяжении, не знаю, сколько дней, может даже недель. Все, давайте. Ребят, всем привет. Сегодня мы будем крышу импрегнировать. Для этого я себе прикупил компрессор 10 баров фирмы Гюде. Пистолет вот такой я себе купил. Его используют, вон 1 литр туда заливается. Его используют для краски в основном. Но я думаю, я смогу также использовать его для этого, чтобы импрегнировать крышу. Это для этого используется. Как вы видели, я ее помыл. И сейчас мне надо нанести туда вот эту штуковину. Хочу сказать, что вот это недешево, даже могу сказать, недешево. Но это надо. В первую очередь сейчас распакуем вот это все дело. О, блин, он не маленький. Опять собирать.
пока нету. Кстати, стоимости стоило 120 евро. Все, так достаточно. Сколько мы туда залили? Так, было 300. 150 осталось. Ну, 325 было, 150 осталось. 175 мы туда залили. Фильтр это. Ну и все, готово. 29 килограмм он весит. Ну и все, вот собственно, вот он и пистолет сам. Бачок на литр. А как его включить, я не знаю. Ребят, вещи улетели. Нафиг, нет, Настя убьет. Сделаем вид, как будто ничего не падало. Да нет, тут вид не сделаешь. Скажу, просто одно полотенце упало. Он упал. Хочу сказать, он громкий довольно, но ничего не поделаешь. Ребят, ну что, посмотрим, что у нас получится. Знаете что, слишком сильно и летит слишком сильно, надо что-то настроить. Ребят, короче, не рекомендую я вот эту штуку для вот этой работы именно. Потому что, во-первых, это просто локируется вот так. Вы должны им работать. Когда вы начинаете работать так, видите? Потому что он же чуть пустой, он будет воздух выдавать. Вот, работать всегда надо. Я думаю, он слишком много даже тратит. Я, наверное, тут половину не сделаю, у меня не будет больше ничего. Что нам об этом говорит? Эта штука не для этого. Я думал, пойдет с этим. Блин, как мне надоело это. Я вон ей сделал, да. Во-первых, солнце, оно слишком быстро высыхает. Мне кажется, это ненадежная погода для этой, для этой работы. И ветер дует. Такое ощущение, как будто я не успеваю долететь до, вот, до крыши и сразу испаряется, улетает. Ну, эту штуку, конечно, я оставлю, ей можно красить там что угодно. Геморрой, глаза начали гореть от этой штуки. Очки надо еще другие, и маску не помешало бы еще. Но в наше время найти маску это очень трудно. Я думаю, вы знаете почему. Я еще чуть дальше поделаю, как смогу. Ну и все на этом. Эксперимент закончен. Wanted. Надо что-то другое придумать. Как надоело. Ребят, сдаваться не вариант. Решил использовать все-таки вот эту штуку. Будет длиться дольше, но я думаю, с ней я сделаю это. Понакупал себе всего и всякого. А на самом деле, вот что я думаю, мне поможет. Ладно, пойдемте посмотрим, что с этим у нас получится. Так, ребят, ну что? Осталось вон сколько. 7,5 литров, 8 литров примерно еще было там. Смотрите, половина крыши даже не сделал. Считаю, вот где я стою. Будет половина, да?
Я вот до сюда сделал. Наверное, вот эту часть еще сделаю. Вот это вот так вдоль. Ну все, это дорогое удовольствие, хочу сказать. Два таких бачка стоят, по-моему, 70 евро. Или 60. А сюда надо еще минимум. Сюда еще где-то 70. Сюда еще 140. Это где-то 210 евро, плюс что-то 280 евро просто для этого. Плюс еще моющее средство, это еще 70 стоило, это 280 евро где-то. Плюс еще воды сколько истратили. Короче, помыть крышу, плюс ее импрегнировать, около 400 евро. Плюс, ну это ваша работа будет, конечно. Не знаю, сколько это будет стоить, если это кто-то будет делать. Не знаю, напишите в комментариях, не знаю. Ладно, все. Я буду доделывать. И все. Смотрите, как это идет. Качаем. И все. И вот таким способом я иду вот так. Тут я уже сделал. Короче, это долгая работа, я вам скажу, ребят. Надо мочить хорошо. Вот так вот примерно это выглядит. Ладно, все. Я буду заканчивать. И это. Доделывать. И отдыхать. Все, давайте. Всем пока. Лайкосики не забывайте. Сами знаете. До свидания.